Клэр была вполне довольна своей жизнью. Спасибо. Хочешь, я тебя отвезу? Не надо. Поезжай на свою яхту, а я поеду автобусом. Но однажды она всего лишь опоздала на автобус. Вы едете в Тулузу? Нет, сейчас в Лион, а оттуда в Тулузу. Так поехали с нами. Эта встреча может стать началом чего-то нового. Я даже не знаю вашего имени. Клэр. Ближе друг к другу. А может остаться романом на одну ночь. Он назвал меня мадемуазель. Со мной такого давно не случалось. Что выберет она? Сандрин Боннер, Жак Гамблен, мадемуазель. Смотрите на телеканале «Кинопоказ HD 2».